ну, так скажем, за будущих финансовых потерь, потому что если мы, собственно говоря, сейчас пойдем в отказ, Марат, вы же прекрасно понимаете, что тех средств, которые имеются на счету в вашем банке у Марины, и стоимость, нынешняя стоимость товара уже не покроет тот кредит, который вы выдали моей компании. Поэтому я все-таки предлагаю, может быть, более мелкими шагами, да, но тем не менее договориться о возврате. Я не отказываюсь о том, что я буду возвращать вам ваш кредит, но, наверное, давайте попытаемся пересмотреть некие условия возврата кредита, хотя бы привести его, поскольку мы в такой неустойчивой финансовой ситуации находимся, по крайней мере, привести его к рублевому курсу, а не к доллару. Нет, только доллары. Марат, а я хотела бы узнать, а много у вас таких вот сходных ситуаций? Это банковская тайна. Я не имею права ее разглашать. Ну, кажется, тупик. Татьяна, как вы себя чувствуете? Тупик? Да? Ну, конечно, тупик, потому что со стороны банкира тупик. То есть это кажется, что нет выхода, правильно? Потому что я постоянно выдвигаю ультимативные требования, настаиваю на взыскании штрафов, пени, угрожая обратить взыскание на залог и так далее. И это очень близко к реальной конфликтной ситуации, которая, как этот конфликт развивался дальше. Давайте я немножко вперед покажу и расскажу, что было в судебных перспективах, как развивались судебные тяжбы. А потом мы снова вернемся к процедуре медиации и попробуем этот конфликт промоделировать в условиях, когда все стороны хорошо себе представляют судебные перспективы. Да? Попробуем сделать такое моделирование. Сейчас я снова вам покажу слайд-программу. Вы видите ее на экране, да, уважаемые коллеги? Что мы здесь видим? Мы здесь видим вот этот рисунок. Обращение о взыскании банка на залог. Действительно, такое обращение произошло. Но здесь заемщик тоже оказался достаточно способен защищать свои права. Заемщик, во-первых, оставил на складе только неликвидный товар. Это была обувь. Есть обувь, которая модная, сезонная, а есть несезонная. Предварительно обувь была изменена, потому что условиям договора это не противоречило. Общая сумма обуви осталась неизменна. Второе. Заемщик в день, когда приехала служба безопасности банка с автотранспортом обращать взыскание на залог, он не препятствовал ни в коем случае, но в этот же день по скорой почте он направил соглашение об отступном, подписанное со своей стороны и пропечатанное. Соглашение об отступном, я напоминаю, уважаемые коллеги, это такой вид договора, который ставит жирную точку в предыдущем обязательстве и фактически открывает новое обязательство. Это преобразование старого обязательства в новое. Вот что это такое. Теперь между сторонами, между банком и между заемщиком и поручителем возникли разногласия в трактовке происходящего. Что именно произошло? По мнению банка, он обратил взыскание на заложенное имущество. А по мнению заемщика и поручителя, он предоставил это имущество для того, чтобы частично покрыть финансовые убытки банка, и обязательства